21 и 22 сентября в инспекции Федеральной налоговой службы будут проведены дни открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц. Это целый комплекс мероприятий по информированию населения об имущественных налогах. Речь идет об установленных ставках и льготах, уведомлениях, а также о возможностях онлайн-сервисов ФНС России. Специалисты налоговой инспекции подробно доведут информацию о сроках уплаты, исчислении, ставках существующих льготах, налога на имущество физических лиц, транспортного налога и земельного налога. Мы проведем обучающие лекции и семинары для пользователей интернет-сервисов Федеральной налоговой службы. Часы работы ФНС России вне открытых дверей 21 сентября с 8:30 до 20 часов, 22 сентября с 9 утра до 18:00.